Производством продукта. Не знаю, как получится, надеюсь, выйдет круто. Замут с целью выпуска совместного дебютного круга. Дуэт московского поэта и битмейкера с юга. Нас чудом не похоронили заживо медляки. И там, где Гуф водил экскурсии, баста водил свои. Один раз пересеклись наши пути, и теперь, видимо, нам суждено вместе мутить. Ты хочешь понять, чем секрет успеха этого рэпа? Я открою карты, это прозрачная схема. Кик, снэр, хэт, незамысловатые сэмплы на голос, компрессор, стерео, реверб либо эхо, и в деках, в которых играла исключительно техно. Теперь крутятся треки русского рэпа, и на концертах не только люди в капюшонах и кепках, но и те, кто просто узнал себя в этих темах. Попадая на телек, не попадаем на деньги. Голос наших людей, наш рейтинг. Я помню те дни, когда мастеринг сливали на кассету, и рэп-группы состояли из тех, кто жил по соседству. У нас другая история, все немного и не так. Гуф из центра Москвы, я из Ростова, гастарбайтер. Но есть кое-что, что нас объединяет. Взгляды на жизнь, на рэп и любовь к Китаю. Мы не давали клятв, мы не вступали в кланы. Мы просто делаем рэп, Гуф, Баста и Нагано. Называй это как хочешь, и ты, треки или песни. Мы просто делаем это, два круглые десять. Это нужно нам и вам соответственно. Этого не избежать, это как стихийное бедствие. И пока мы здесь, мы будем действовать. Баста и Гуф совместно, ищи на местности. Это нужно нам, вам соответственно. Этого не избежать, это как стихийное бедствие. И пока мы здесь, мы будем действовать. Баста и Гуф совместно, ищи на местности. Стопудово это должно было случиться. Баста с улиц Ростова плюс Гуф из центра столицы. Кое-что новое, но не нарушая традиции. Мы любим рэпчик, словно не черепашки, пиццу для всей нашей братвы. Со всех уголков этой огромной страны, кто качался от моей игры. У нас почти все готово, готовы ли вы? Чтобы вы качали головы, работали две головы. Все, что не делается, все к лучшему, это 100%. Я не жалею, что ушел из группы центр. Зато теперь я много в чем могу принять участие. Не, ну о чем? Могу, например, заехать к Басте. Или может сегодня он будет на Гана. Охрана внизу меня знает, гоняю постоянно. И все идет как по плану, он достает сверток с чаем, я достаю сверточек с планом. Он заливает кипяточек, я взрываю косячок. Делимся новыми строчками и думаем, как там чё. Выбираем биточек из тех, что ночью делал Вася. Пару часов заморочек, и дело доходит до записи. Потом где-нибудь в Арзамасе парни сядут в тазик, дунут, заценят, приятно ведь, нихуя себе. Вот что я называю оставаться на связи, без разницы, на красном карусе или бело-синем УАЗе, на аэробусе, брабусе или мазде, трезвым полностью или головой в унитазе. Хорошая новость, словите эксклюзивный подгон. Все как обычно на совесть, мутили для вас вдвоем. Это нужно нам, вам соответственно. Этого не избежать, это как стихийное бедствие. И пока мы здесь, мы будем действовать. Баста и Гуф совместно, ищи на местности. Ну, это нужно нам и вам соответственно. Этого не избежать, это как стихийное бедствие. И пока мы здесь, мы будем действовать. Баста и Гуф совместно, ищи на местности. Это нужно нам, вам соответственно. Этого не избежать, это как стихийное бедствие. И пока мы здесь, мы будем действовать. Баста и Гуф.